Привет, саблезубые бабочки! Вы на канале Muay Thai CK, и с вами я, Федорович. А в этом видео вы увидите просто невероятные сумасшедшие моменты в поединках по Muay Thai, в которые невозможно поверить, если не посмотреть лично. Итак, начнем мы с поединка между Абдурахманом и Кокли. Кокли доминировал в этом поединке и наконец-то провел отличную серию коленами и локтями, которую закончил ударом в печень. И рефери отсчитал Абдурахману нокдаун. Но тот и не думал сдаваться, хотя на вид особого желания боксировать и не показывал. Но когда бойцы сошлись снова и обменялись парочкой ударов, Кокли решил добить Мо локтем с разворота. Но чудо в том, что Абдурахман решил сделать то же самое, но подсел немного ниже и четко попал Кокли в бороду, после чего тот уже не встал. Bang! Oh. What a shot! Right on the chin! And he was absolutely laid out! That is a fight I want to see again. It has to happen. I will insist that happens. Теперь перейдем к бою СМА против Пэт Понамрунга. В этом моменте бойцы лупили друг друга мидлкиками по корпусу, не обращая внимания ни на локти, ни на колени, не зная боли и страха. Просто жесткий обмен с целью поломать пополам, как банановое дерево на тренировках. А это феноменальный удар от Ларсилы, который также очень любит Саинчай. Нанося обманный фронт-кик, нога разворачивается в полете и наносится хай-кик в голову. Очень неожиданный и красивый финт. Is how you finish an opponent when you're three-time Rajdhamun champion. А в этом бою Янгуас сделал невероятный удар Киат Мункао. В лучших традициях боевичков с участием Ван Дамма, просто стоя друг напротив друга, он тупо всадил вертушку, которая чисто зашла в голову. Оказалось, что такое проходит только в фильмах. А сейчас вы увидите невероятный камбэк Тенджи. После пропущенного колена в корпус с добавкой в пару локтей, истекая кровью, он возвращается в бой. И сразу же пробивает отчаянный локоть с разворота, который идеально прилетает в голову соперника, который уже думал о том, как будет праздновать победу. В этом бою между Пайфурманом и Сусеком вы увидите невероятный затяжной обмен ударами. Как два стальных голема с алмазной башкой, эти монстры стояли друг напротив друга и 2 минуты, без остановки, не зная страха, пощады и усталости, обменивались мощными ударами руками, коленями, локтями и ногами, пока эту вакханалию не остановил гонг. Susuk forward still, marching forward, chasing down Mung Lao here. Mung Lao trying to chop through the guard there with the right elbow. Big kick from Susuk there, hard right from Mung Lao. Oh! Another vicious right hand there. Oh, and lands another one. Susuk though is unfazed.
What a chin he's shown here. Big uppercut now for Mung Lao. Got Mung Lao trapped against the ropes. Trying to get the elbow in now, Sousa. Another hard elbow from him there. Mung Lao getting backed up again, but firing in hammers here. Big kick from Sousa now. Another hard elbow through the guard from him. Lands with a straight right, but getting pushed back here again. Oh! Huge right hand. Somebody's cut. There's a lot of blood spray now. I think it's Mung Lao. I can't see a cut on Susuk's face there. Big left hook to the body now. It's on the hairline of Mung Lao. I think took an under vicious elbow there. There's the bell to end the second round. What a round that was. А это красотища от Джонатана Туху, которую многие из вас уже могли видеть. Он показал, что с помощью такого любимого торнадо даже маленький боец может положить ногой в голову здорового лося. В этой эпохальной битве между Ситманчаем и Саксурией нас ожидает невероятный финал. Оба мощных и жестких бойца сошлись в бескомпромиссный обмен, нанося друг другу без остановки десятки ударов, половина из которых достигала цели. А точку поставил очень неожиданный для такой дистанции хайкик. ต่อยเป็นชุดเลยครับพี่เนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดไม่ต้องนับครับปาดซ้ายหมัดขวาต่อยเป็นมวยสากลเลยครับโอ้โหนี่ครับว่าตบหน้ากันเนี่ยเหรียญตบหน้าสักสุริยาโอ้โหต่อสุดท้ายจบด้วยตีนครับครับโอ้โหนี่ครับโดนหมัดจนมีอาการเมาเลยครับแล้วดูช็อตสุดท้ายครับพี่เนี่ยก็โดนเหมือนกันครับสักสุริยานี่แม่ช่วงสุดท้ายนี่เริ่มเป็นนักมวยไปชั่วขณะครับ В этом поединке Сакбурирам подарил нам невероятное зрелище в виде камбэка. Оба жестких бойца сначала обменивались мощными ударами, пока Сакбурирам не поплыл, а соперник, почувствовав, что это его шанс, пошел дорабатывать полуживого тайца, нанося мощнейшие апперкоты и боковые, приправляя их убийственными локтями. Но то, как выстоял Сакбур, просто нереально. Еле стоя на ногах, истекая кровью, пропуская десятки тяжелейших ударов, он продолжал стоять и кое-как отвечать. В конце концов соперник устал молотить без остановки, а наш герой немного отошел и воспользовался своим моментом. Этот фантастический бой можно показывать как пособие по стойкости духа и ответ на вопрос, что такое настоящий муай-тай. Кстати, как вы заметили, рефери даже и не думал останавливать поединок. Это не бокс. Тут здоровье бойцов мало кого интересует. Победа все, даже ценой жизни. ครับโอ้จันโอ้โหไม่มีสภาพแล้วครับตอนนี้เพชรชัยโอ้โดนอีกแล้วจะรอดไม่รอดครับจะรอดไม่รอดครับเพชรชัยแตกด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยไหมหล่นหล่นไม่หล่นแล้วตอนนี้นิ่งครับลำบ้าอยู่หลับโอ้เพชรชัยบ้านอยู่ไหนจำได้ไหมโอ้รถดูรถเกมฝักยำใหญ่โอ้โดนไปชุดใหญ่จริงๆครับโอ้โหคุณน็อตจะเป็นผมเนี่ยล่วงไปตั้งแต่ศอกแรกครับ โดนฝอกหน้าจะมีต่ำๆนี่30นี่ครับโอ้โหใจแข็งจริงๆครับโอ้โหแล้วโดนครับมีพิษสงยังมีพิษสงเราเวียงมาเหมือนกันนะไอ้เจ้าชายหมัดก็ยังอันตรายอยู่ครับโอ้ยโอ้ยมีเสือศอกครับศอกยังไม่ถึงไม่ถึงแต่ตอนนี้เป็นเจมศอกครับพี่น็อตโอ้โหแข้งซ้ายทำให้สวยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วครับ А финальной точкой на сегодня будет момент, который может произойти раз на 1000 боев, и то если сойдутся оба супер невезучих бойца.
Просто смотрите. Really deep there. Good right. Oh! A double knockdown! Unbelievable! Who's going to get up here? Holy. Is it going to be Dorian? Oh. Dorian's gone, he's free! Dorian's got up! What a fight! Unbelievable! We see it in the slow motion here, but what a finish! Left hook from Dorian, the elbow from Jonathan there. Right left elbow. Hook from Dorian, the right elbow from Jonathan. Пишите в комментах, какой момент вас поразил больше всего. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже испытают шок от таких моментов. Также смотрите бомбовые видео в описании и подписывайтесь на мой второй канал. А если вы хотите научиться также рубиться или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.